Блин, я только думал, что она с нами. Точно, посмотри. Мы три семья. Чтоб у тебя было две жены? Почему ты так бедно на это одеваешься? Босс сказал так сделать. А ты выделываешься его? Конечно. Она скоро приедет. А, так, я хочу узнать, что ты сказала, это магазин, а после Нового года вы не продаете больше? Да. Все, Новый год придет и все. А я подумал, ты еще будешь второе работать или нет? Только пиво, да? Только пиво, все, хватит. Устала вообще, да. Я наработалась. Ты вообще не отдыхаешь? Один месяц сколько можно вообще свободно отдыхать? Я за два месяца вообще ни разу не отдыхала. У меня вообще не было выхода. А денег у месяца сколько примерно? Один месяц получила? Где-то 100 с чем-то тысяч. 100 тысяч? Да. И как, почему нужно там много денег? Ты куда хочешь ехать? Нет, хочу уехать на Шри-Ланку. Это остров в Индийском океане. А что там делать? В другую сторону, да? Конечно. Я буду плавать с китами, с черепахами, лежать на белом песочке. А ты два месяца работаешь, где один неделю отдыхаешь, что ли? Две недели. Hello， 大家好，我是流浪在俄罗斯。这马上就要过新年了，我家小姑娘的工作突然就变得很繁重。不光是卖啤酒，现在圣诞树还有礼物卖的也很好，她也再也不能一边玩手机边陪我聊天。我其实有的时候真的很同情她，因为这日子是年复一年，日复一日的，实在没有个盼头。我之前比较好奇她赚钱为了什么，结果呢，只是为了自己出去旅游。听到这的话，我真的不知道是该高兴还是难过。我一开始以为她打算和我一块去中国，但是想了一下，这好像确实比较遥远，因为签证并不是很容易。容易拿到，但我也真的很佩服他。你们之前很好奇为什么他有那么多的工作，还有那么的累，这原因就是为了跑到别的国家还有城市溜达一圈。有的时候真的很佩服俄罗斯人的脑洞，你让我不休息工作两个月，然后两个星期把所有的钱都浪费掉，我实在干不出来。所以说这就是中国人和老外的区别，因为他们从来就不会存钱。上期视频呢，看到你们的评论，有些朋友告诉我说不必非得买中国白酒。我是这样想的，毕竟物以稀为贵嘛，俄罗斯没有这些东西，而且没有人送过这些东西，就感觉这是一份特殊的礼物，钱不钱的并不重要，主要是不能空着手见父母，就想送一些他们没有的东西，哪怕是瓶二锅头，我觉得也是很棒。这两天我家小姑娘的生意不错，她也确实赚了不少钱，因为这过完年以后这个店就不再开了，她也不想再干第二份工作了，想休息一下。我肯定是支持她的，因为我觉得吧，人活着一辈子就是为了开心自由一点。当然如果她有足够的时间能办去中国的签证，那我们就在春节的时候一块回去溜达一下。在她去中国之前，如果她想去别的地方旅游或者是休息的话，我还是很支持他的。等到时候一块儿回去，我是实在不想和他一起，因为我实在太累了，只想好好的休息一段时间。他一个人出去我也特别的放心，因为他那么聪明，长长见识也是很不错的。毕竟他从小到大没有出过国，如果能出国溜达一圈的话，长长见识我觉得真的很棒。哎，这巴布什сколько метр покупала？ 100 метр。 100 метр сколько стоит？ 1500。 Да хуя бля， 100 метр？ 对。 Либо 10 метр？ 100 метр。Это очень дорого, либо дешево. Дешево? Это дешево. И много ты придала сегодня вообще? Ну да, много. Я вообще вот такую себе хочу. Ну покажи, какой. Я такую Made in China, да? По-моему. Конечно, у нас все Made in China. Я не знаю, но все равно, да, по-моему, Made in China. Потому что у нас вот все китайское. А, это сколько стоит? 1000 рублей. Это 10 метров 1000 рублей? Да. Но она с пультом управления с разными цветами. А, если это 100 рублей, 1000 рублей за 10 метров, это фигня? Да. Это знаешь, Китай сколько стоит? У вас босс манул, это возможно 50 рублей, да, вот это. Ну а что сделать, тут такие цены. Ты хочешь покупать одни, да? Я покупать не хочу, хочу, чтобы мне подарили. А, значит, я могу тебе покупать и тебе дам, да? Хочешь? Подаришь? Да. Подари. Давай, напиши. Что-то я покупаю, точно. Что написать-то? Что я покупала, вот. Так ты купи сначала, потом я напишу. У меня денег нет, можно с твоей зарплаты? Нет, нельзя.我家的小姑娘就跟铁公鸡一样，一毛不拔。她喜欢一个灯，但又不想用自己的工资去买，但是又没有告诉我想让我给她买，所以就把我处在一个很尴尬的地方。因为我买也不是，不买也不是，就她那小眼神看着我，就让我感觉很不舒服。毕竟吧，这个小姑娘和她闺蜜一样聪明，但都不是在点子上，总是喜欢搞一些奇奇怪怪的东西。但是我买完后就自己感觉很心痛，因为这个东西对于俄罗斯人来说很便宜，但对于咱们来说，知道价格来说就感觉很贵，十米就要
要100块钱，我觉得有这个钱还不如带他吃点好吃的海鲜给他补补，或者给他买点衣服，你们说是不是？如果把钱花在这个点子上，我是一点都不心疼，但是让我花100块钱买一个破灯，我就感觉很难受。家里也是有，而且还不止一个，那满柜子里面都是，也不知道他为什么每年都喜欢这些东西。在 Miao Plus， 我那个期待是 Splash 了一些，把全部听你好几三分钟期待也和几东西过的，我那是东西过的也没多。Потому что я работаю. Ну и что, это важно? Конечно, мне же надо денег. Дай денег, я поеду с тобой. А тебе граница паспорта пока нету, что ли? Есть. А виза надо делать, да? Визу надо делать. Так она делается там быстро. Не быстро, мне кажется, я тяжелый. Ну если честно, если я тебе покупать билеты, например, ты со мной ехать? Поехали. Точно? Точно. А твоя подруга с нами? Катюша? Да. Ну ты позовешь? Ну, конечно, мы три хорошо друзьями друг к другу, да? Если позовешь, то поехали все вместе. А мы семья, нет? Нет. А? Уже нет? Почему нет? Я с тобой. Это... Ты со мной семья, а Катя просто подруга. Блин, я только думал, что она с нами. Ты офигел? Я не... Меня понимаешь, я вообще не против, это будет хорошо. Точно, посмотри. Мы три семья. Чтоб у тебя было три, две жены? Нет, чего ты...这期视频呢就到这儿了，非常感谢大家的点赞还有关注。当然了，马上就要过春节了，所以说我更想让他陪我一块儿回国。这段时间我也会留意一下大使馆上面的信息，如果一切都没有问题的话，那我们就一月底启程回家。同时呢，马上就要过俄罗斯的新年了，所以说我也会给大家拍一些视频，看看他们是怎么样过的，然后也给大家记录一下关于他的家人，看看这俄罗斯人是怎么样过新年的。还有如果我俩回国的话，肯定会带上他闺蜜，毕竟我们都是相亲相爱的一家人了，所以说肯定不能抛弃他一个人。所以说不要忘记点赞还有关注，那我们就下期视频不见不散了，谢谢大家。